Блядь, просто, ну, мало, наверное. Дуты, да? Да, да. Давай Селек, давай сейчас Селек подкину, попробуйте Селек. Сейчас накачаем. Нет, там Шаманский сейчас поехал, сейчас парни, так что аккуратнее, он заряженный. Попробуй. Да такой же, мне кажется. Давай сейчас здесь. Нет, нормально. Получше? Все, все, поехали, давай, иди меньше, пожалуйста, давай. Попробуем, да. Вы горячую картошку, что ли, играете? Можно с вами? Левый кей. Один, падай. Платон пас. Знаешь, да? Нет, спроси. Угрюмов. Ага. Угрюмов Платонов. Ага. Хороший пас, не пропадай, да? Желтые. Вчера такой ливень попал. Идите следили в этом. Ага. Просто стеной 30 минут. Стеной. Ну вот у нас на наставников. У нас на наставников тоже был, но такой 10 минут покапал и обошел. Не, у нас прям, прям попал в полный эпицентр. Попал этого. Так, не заряженным играем. Где еще? Вот что тут выходишь. Давай, 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 давай. Просто две ноги поставил, все, сюда. А у вас занято все. Там еще есть второй же, я еще второй доставал. Да, где второй же. Этот подкача, вон второй на бровке у вас. А, дай мне. Жду ты, да? Вообще. Не, вот это все. Он вообще. Воздух писали. Не, на угловом, так меня. Да. Колян, я конечно, не дисморально манишку, я уже сейчас возьму с таким вратарем. Я ты гусар. Это понял? Так, да? По каким критериям? Ну, по критериям прошлого сезона. Понимаешь, команды... Деньги. Да, да. 1000 рублей дороже, чем здоровые колени оказались. До конца давай! Браво! Толчок в спину. Да.
тысячи рублей, да? То есть с каждого. Штрафной, штрафной, ребят, когда в поле поставите. Повыше его поднимать. Сколько там, да? 150 рублей. Справа кинь, там разница. Да. Я. Они жаловались еще на атмосферу, якобы, что там ни трибун, ничего. Хотя здесь-то особо... Здесь особо тоже. Ну, раздевал, ты что, да? Хочешь, чтобы спрятался туда, да? Помылся. Это да? Один! Ну ладно, что, в следующем году, мне кажется, они захотят вернуться. Уже да. Где? Вот хрест. Нет. Это Машков, по-моему. Хотя оттуда не разберешь. Ну да. Прямо есть поворот. Слай, Дим, не бросай право. Нет, где пошел? Меняй мячик, парни. Гош, давай, вот здесь, Гош, стоп. Дай-ка сюда, когда. Питер, тебе отдать его? Да, спасибо. Да. Панро. Да, спасибо. Он сорвался. Забей. Здорово. А вы же куда убираете? Ну там, да, в крыло в такое, в проем там, грубо говоря. Я вообще пытался ударить. Ребят, давайте по максимуму выложить, съемки есть. А как это, а, вот там дырка вижу. Как он это сделал, вопрос был? Как он пролез? Не, да, там. Еще в форме, значит. Если пролезет. Пролезет, голова пролезает, Кирюх, значит, да, все остальное пролезет, да? Вчера даже тренеры испугались. Чингис этот, А, ну ты можешь знать. Нет. Ну, они за Олежкой там, короче. Типа, задают вопрос, а там линия стеной. Ага. Типа, в таком, как и случае, как бы это игра приостанавливает. Ага. Я говорю, ну, плюс того, что если когда дождь такой, что ты глаза открыть не можешь. Ну, а он был такой, был. Да в Питере-то возможно, конечно. Ну да, типа, только в этом случае. Я выше. Стас, меняй. А сейчас сколько прошло? По солнцу определите. А я не имею. Девятая минута. Дим, на нашу смену. Один. Пошел. Долго поработайте. Центр один. Мяч. Скоро подходит. Вот игра. Есть! Ай, попасть! Ты мне вообще говорил, с утра должен был делать. Что-то по прогнозу показать, что будет непонятно. Да тут же, я тебе говорю, вчера просто жара пекла, а потом в моменте просто за 10 минут тучи приедет. Покажу потом в следующий раз. Пока на планету. Вчера говорю тоже, пекло, а потом как за 10 минут просто тучи и полил. Да, Дим, выше. Один. Горит. Здорово. А
знаю, да, знаю, кто забил, а кто пас. Стас, да, отдавал? Да, да, не в краске. Я просто стены краску и шлам, блядь. Да, его уже мало похвалил. Опа, и на балкон. Повезло. На балкон тоже сказал. А это будет на балкон. Это его штрафная площадь, он играет первый, другой втыкается в него. Здесь, видишь, выиграл позицию, немножко чуть-чуть тебя, да? Но толчка не было. Просто ножки уперты и все. Не горишь, не горишь, не работай! Блять!
Мой подъезд! Просто человек стоячего бросил и стоячего наткнулся, блин. Ни движения, ничего. Пяточкой, знаешь, да? Так, ну Эмиль забил, а пас брата дал? Дальний. Ага, все. Эмиль, Эмиля. 17. Смотри, если как бы если есть необходимость в этом. Ваня забил. Ага, Платонов отдал, да? 18. Пойдет. Давай. Там мяч, Кирюха, вон там задний мяч. А вон, подает. Желтый, да, походу, потом? Забрать. Пойдешь вперед. Я говорю, давай, вон кто бил, по поворотам ударил. Газ ищи. Да, блин, горит. Петр, сходи, пожалуйста, за мячом. Кто-нибудь за мячом. Давай, назад. Орах, за мячом. Оп. Горим, Рома. Пошли. Горим, Рома. Вот ты. Много. Дай. Рыба так и сидит. Правая спина. Катай. Дай мне. Дим, блядь, дай! Что на старом? Ну, на этом, на Новочеркасске. Там на реконструкции. Ты нашел? Можем мяч поменять. Нашел, Петрик? Да, давай селик там. Так,
мяч не заряжен, и сразу будешь уже прогорят. Угу. Лево нашел. Да, да. Меня до конца сидит. Кто все, блядь? Дима, вернись, Дима! Дима! Горе, горе! Здорово! Быстрее, быстрее! Здорово! Не пали только! Центр у нас один. Двигайся впереди! Пойдет. Такой Петруш миротворец, конечно. Работа с ним проведена, да, была. Не, а что, ведь сзади попал у нас, попал в икру. Кто рэп? Прошло 23 минуты. Дим, давай вот сам бегай, блядь, не хочешь. Бля, он сейчас раньше. Давай. Он же не поставил, да? Впереди. О, иди под него там, да. Забудьте. Дим, все. Бегай. Опа. Эмма, вперед. Так, я Петрушу давал? Не, вот, брат, да? А, Эмиль Эльмир. Колян, да. Ты так не шути, я 0 плюс 0 играю, каждый матч стабильно. 24. Петри просто увел игрока, самого, понимаешь? Ему нашли роль, понимаешь, в каждой команде. Уводи игроков. Или выводи из себя игроков. Или уводи себя с поля. Или, да, ну, то есть, три функции. Выбирай три функции, которые есть. Под каждую ситуацию в игре, понял? Оставьтесь нормально! Давай! А то, как складывается матч. Я вчера после первого оружия. Там было понятно. Там было понятно, что если они Реалу первыми не забьют, да, что все. Реалу втором должны. Ну, блин, так там пипец, блин. Моментик я показал. Да. Вопрос в том, что после момента, зачем это все? Я просто одиноки, понятно. Иголка такой, да, блядь, дурацкий. Блядь. Второй? Нет, первый, блядь, угловой. Блядь. Угу. Еще и Карвахаль. Плане того, что, да, Карвахаль-то понятно, что он... Нет, то, что ошибка была игрока, блядь, защита. Играть грудь. Не, это грудь, ребят. И выйти! Вадь. О! Блядь, один! Ой! Так вынес. Тихо. Не, это штрафной удар. Что тебе, протеин дать? Да, парни, можно? Да, вот посуда. Пошли минуты, да? Давай я пойду. Ничего не видел. Я прям штраф касания. А что было? Быстрее, что было? Сколько ставим? Пара один. Две. Два. Я останусь. Встаньте, Я все, Рэп, понял. Да.
хрен попал. Сказали с любого, вот линии, с лицевой линии бьют. Мне сейчас в самом начале сказали. Я тебе так, блядь, вы извини, за мой. Кто? Петрош? Какая метка, Лёх? 24-я? Больше? 27. Ух, ничего себе. И все, и Петруш забил. Все, можно. Теперь можно заканчивать точно. Петруш, иди на замену. Заливаю, блядь. Вы сейчас как? Дима, ко мне, что ли? Давай, давай. Давай соберем уже, поиграем. Конечно, вальяш обидится все, Лёх Климу на всю жизнь. Покатаем, не торопись. Нет, да. Нет, просто вот сейчас угловой был, да, то есть он поставил, явно поставил на угол, а поставил 30 сантиметров, 20 сантиметров стоял. Но я дал угловой подарок. О, еще! Не торопись, дай мне поговорить. Это у меня углу стоял. Унесите, блядь, унесите! Поэтому здесь просто, это вы отсюда водите, то почему там не можете? Если вы там завести, то... Да, если, я говорю, если бы они, если порох бы не забил бы, ничего бы не было. Ничего бы никто не сказал. Дима, а что ты сверху делал-то? Ну, внизу-то все чисто было, а наверху что-то не очень чисто было. Да, желтенькие. Давай, мужики. Дома, давай, давай. Я! Хорош, спокойно. Блять! Слушай, есть. Спокойно. Ой, здорово. Эльма, разверни! Эльма! Ударом. Все, поверил в себя сейчас, с любых ног будет. Все, пошел, зашел. Играйте на Петре. Играйте на Петре. Вратарь играет. Минута. Все, пусть минуту. 10 секунд осталось даже. Все, нас больше. Парни, блядь, 10 секунд, стоим, зона, у нас стоим, блядь, че вы? Попробуй, Петр, попробуй. А, придет убежать, давай. 3 секунды, не слышишь мяч. Сколько осталось? Последний угловой. Смотрим центр, вы кого здесь кукурузу, блядь, охраняете? Еще 6 полученных, блядь. Дима, не так втроем, ты там вдвоем. Ну, блядь, ты вести, ты остаться 10 секунд, потом будешь рассказывать, блядь. Моменты работы, блядь. Все, окей, давай, ставим тогда ближе к кукурузу. Смысл, Ром, ты, блядь, я качнул, все, ты стоишь, блядь. Он пошел, блядь, это он попал, блядь. Втроем, блядь, стоишь. Я думал, ты перерыв свистнул, Лёх. Дом левый. Да попало, парни, вдвое. Причем у Ромки нога сверху попала. Он еще опаснее играет. Да, Рома зовут, правильно? Кого? Вот сейчас здоровый. Правая нога. С мячом сейчас? А, открывается, это Артемий, Рома, да. А? Да,
Артемий Фром. Умница! Архив с каких годов еще лег новые лица? С 2007-х? Вот, не вот там парень. Балтийский шторм. Право, право, ушел! Дима, смотри. Или за год забыл. Халы. Илюха, где там, да? Нет. Головой, конечно. О, спина! У меня еще! О, превосходно! Из пола! Давай! Новые лица, говорю, даже издалека не узнал. Подзагорим в разных местах. Аккуратно играем! Аккуратно! Видно, да, всех? А пас кто не видел? Вот тема занимается. Ага. А, гениально, а! 34? Так быстро. А, все, я думал по 25. Я со вчера с 5 на 5 еще. А то уж подумай, если в таком темпе пойдем. Нет преимущества, князь. Гош, спасибо большое, Гош, спасибо. Лево, да, Гош, пошел, лево, лево. Не, вот, моя брата. Да? Центр, входит центр. Он лево зашел. Хорош. Здорово, Дим. Ап, гори, гори, шапки. Просто смотри, какой мастер. Профессор кислых щей. А я видел, да, на высоту глянул. Оценили? Дима, вообще так старый добрый, как лучший. Видел пас? Видел, на высоту глянул. 36. Вернули. Один как? Да по собрании. Здорово. Дай Диме туда. Можно, можно! Не собирайся, блядь! Можно? Парня за мячиком сходи, это нормально. Где заморозка? В черном пакете.
позову. Давай. Бля, просто на голую ногу так себе. Ну что страшного? Давайте поставьте, а что как врезали? Они слушают его. Штрафной, штрафной. Давай. Иди после, иди останусь. Блядь. Было все чистейшие просто. Давай. МХАТу 100 лет называется, артист больших и малых. Только если ты сознание потеряешь, тогда я тебя вынесу там. Хорошо.
8-5. Правая нога. 3 у нас. 8-5. Левый. Да. Эл. Поехали. Скорее сзади. Руки. Сразу Эл, начинай. Разгоняй, разгоняй, разгоняй. Лево. 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 Право. Ром. Эл. Хорошо. Смотри. Вот их. Домой, 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 домой. Лучший. Давай, давай, давай. Горите. Разбираемся, блядь. Разбираем, разбираем. Не стоим. Горите, ну, слава! Здесь! Ну, 3, Кирилл. Да, да, сейчас, хорош, больше, помочь, помочь, парни! Я не снял, Лех, не переживай. Петр, ты что опять вышел? Не, я он оператор в воротах на один матч. Все спрашивают.
Я не сказал об этом. Я хотел другое слово сказать. Дело за малым. Сколько осталось? А минус 3 или минус 2? Минус 3. Осталось 13 минут. А минус 5 что ли было в моменте? В моменте, да. Когда это плат привез. Минус 4. Не, потом 2 забил. Сколько осталось? 13. Сколько минус осталось? 13. Кто еще спросит? 13. Привет, Макс, привет. Кирюх, ты хотел воды попить, ты попил? Да. Молодец. Все, начинаем. Не, подожди, дай минутку. Кирюх просил воды попить. Это для всех. Это то, что я когда... Аут желтый, Петя, это твой прострел был хороший. А, я поставил. А, я думал, ты хотел еще нести. Сколько осталось? 13 минут. И повернулись со своими. Просто разберите своих. Сейчас пока есть время флагом зайти. Подогнул плату. Надо, а так у нас. Пока, чистил. Центр.
Жаль. Не сгоришь. Вот. Скоро 50. Паса же не было? Нет, перехватил уже, да? Это, Бес сам дал передачу своим воротам. Вот Волга, она играла. Сразу ты что-то по ногам ударил? Там 170 метров. Что, что? Разгоняй, разгоняй! Давай, давай, давай! Счету, что повернись-то, блядь? Выше, выше, Дим, выше.
Так, так, так. Не понимаете? Нет, давай, давай, давай. Так, на рассад забил, Юра. Сейчас скажу. А, пас кто дал? Угрюмов. Да. Ага. Иди. Хорошая, давай за мной теперь. Да, вы есть. Который вы так же практически был. А тут давай, давай, иди на линии. Ай-яй-яй, гад, старая школа, давай, нет, все. Не хотел. Нет, случайно. Мяч, парни. Он мячом владеет, он уже выбил позицию. Тима, мяч, Тимочка! Тим, уже играет! Блядь, ну если плоту даешь, вы 30 секунд тратите, блядь. Лево хочешь? Блядь, я сейчас. Чуть добавьте, блядь. 3 минуты. Этому улицу. Ну, мне Лево, блядь!
Ром, иди, Ром! И 5 или 6? И 6? Да. Ты не можешь! Дим! Покати под правую ногу, я заряжу за дома! Давай, брат! Не трогай! Последний штрафной! Крайний! В жизни! Последний штрафной в жизни! Там, Рэм! Давай по штангам! Ой, папа, иди. Сискура, нет? Точнее, это такое, на половину тоже. Понятно. А ты где играешь? А? Где играешь?